Борчане решили вновь зажечь свой вечный огонь. Для этого делегация города Бор специально прибыла в столицу, чтобы взять с собой частичку пламени от могилы неизвестного солдата. В составе делегации и стар, и млад. Ветеран, общественник и даже школьник. Я испытываю чувство гордости за страну. Так рад, в общем, за то, что именно меня назначили зажигать вечный огонь. Такие символичные мероприятия проводятся в преддверии празднования 70-летия Великой Победы. И у себя в городе начнем проводить такую же работу. Говорить, рассказывать, показывать, напоминать. Многие знают, но мы будем напоминать о том, чтобы это не забывалось, чтобы это не стиралось в памяти людской, школьников, подростков, молодежи. Инициативу борчан активно поддержали в комендатуре Московского Кремля. Церемония зажжения факела прошла в торжественной обстановке. Держи, хранитель. Хранитель огня. После окончания церемониала колба с вечным огнем отправилась на Нижегородскую землю в чашу вечного огня на площади Победы в городе Бор.